Приветствую, дорогие друзья. Как видно, как слышно? Так, Андрей, а перископ у нас работает сейчас? Что-то он мне ничего не показывает. Так, чуть громче. Да, в прошлый раз мы убрали звук. Было громко. Сейчас, секундочку, сделаем громче. Вот так. Хорошо слышно, да? Перископ есть. А он тут есть, а у меня он что-то не показывает вообще, что трансляция идет. Так, Андрей, права у тебя. Сейчас включаю. Для борьбы с нашими доброжелателями. Так. Так, все, Андрей, я тебе тоже права все включил, так что будь это самое. Инвесторов для постройки это самое в Индии. Все, друзья. Так, ну давайте. 30-е сегодня у нас 31-е, да? Какое сегодня число? 30 дней до Экофеста. Сегодня 31 мая. Друзья, мы так долго к этому шли, и сейчас можно сказать, что начинается отчет крайнего месяца перед Экофестом. И это, конечно, очень значимое и очень такое серьезное событие. Мы к нему шли, мы стремились для того, чтобы собраться, для того, чтобы продемонстрировать всему миру, что технология существует. И вот пошел отчет крайнего месяца, и ровно через 30 дней мы с вами, друзья, с многими увидимся в Марьиной Горке, потом в Минске на конференции, будем общаться, будем анализировать, что сделали, смотреть, что мы сделали, и строить планы на будущее. Получилось так, что я за эту неделю был, ну, где-то за 10 дней был 3 раза в Марьиной Горке с различными делегациями. Вот. И прямо на моих глазах сейчас идут изменения, потому что, как я уже говорил, выстроена вся работа по именно дереву целей, то есть параллельно выполняется огромное количество работ, которые сводятся в одно время, в одно место, и это 1 июля. И, друзья, я просто присутствовал на ряде производственных совещаний с конструкторами, с исполнителями, с заказчиками, с подрядчиками. И, друзья, просто поражаешься сроки, которые там запланированы. То есть там определенные виды работ должны быть выполнены 28-го, 29 мая. То есть представляете, что любой сбой, любые колебания, любое изменение приведет к тому, что тот или иной там сегодня задекларированный или ожидаемый результат, он будет сдвинут. Вот, поэтому еще раз, друзья, повторюсь, что сегодня идут испытания Юнибайка, Юнибуса, ходовые испытания уже в поле. Вот, Юнибайк сейчас проходит глубокую модернизацию, там идет учение, в основном сейчас идет работа уже доработки с точки зрения шума, и вот, допустим, Юнибус уже снизен до 75 дБ, то есть это меньше, чем городской трамвай, то есть когда говорили, что шумит, вот, да, пока он еще, ну, скажем так, не бесшумный транспорт, и для того, чтобы снижать именно шум, городской шум, есть еще большие-большие перспективы. Юницкий абсолютно убежден, что можно снизить еще как минимум в 2-2,5 раза, то есть где-то до там 25 дБ. Но работа это ведется, и пока, конечно, идет на уровне шума, ну, чуть ниже уровня шума сегодняшнего трамвая. Но есть на это ряд объективных причин. Соответственно, сегодня идут испытания путевой структуры на низких скоростях, потому что высокие скорости можно будет давать только тогда, когда будет продлен участок. Даже
того километра, который сейчас есть, чтобы скорость больше 100 километров на них дать на сегодняшний момент нереально. Поэтому испытания скоростные начнутся только уже к концу этого года, когда будет построено еще как минимум 3-4 километра путевой структуры. А скоростной модуль вообще встанет на испытания, и уже реально скорости, которые декларирует Skyway, это будет только вторая половина следующего года, когда будет достроены 22 километра. Вот, поэтому на сегодняшний момент идет изготовление, монтаж, и вот за эти 10 дней видел прям, как идут изменения уже 24 местного юнибуса. Он будет стоять как раз под путевой структурой на Экофесте. Он не будет еще висеть, именно для того, чтобы каждый мог посмотреть, зайти в него, то есть увидеть, что это такое. Вот. И сам участвовать. Значит, дедушка Ю-21 тоже готов уже полностью к работе на Экофесте. Вот. То есть у каждого будет возможность с этим дедушкой юнибайка и юнибуса сфотографироваться, посмотреть, увидеть, с чего все это начиналось. Одна очень такая деталь, тоже к ней надо относиться, друзья, очень с пониманием, потому что 5000 человек, более чем из 60 стран, это для Белоруссии, вообще для, ну, я уж не говорю, для Марьиной горки, это событие такого уникального значения, это для всей Белоруссии очень серьезное значение. Поэтому сейчас идут очень серьезные взаимодействия и с органами безопасности, и государственной безопасности, и общественного порядка. Там будут люди, как говорят сейчас, люди в штатском, которые будут обеспечивать безопасность, потому что есть информация, и это уже, друзья, мы это сначала говорили в виде предположений, а сейчас это уже компетентные органы подтверждают, что готовится ряд уже и провокаций, и готовится ряд серьезных таких инцидентов, то есть нашими недоброжелателями. Поэтому тоже, друзья, надо относиться очень с пониманием и к тем мерам безопасности, которые будут, и к тем мерам ведения и поведения на Экофесте, которые тоже будут и заранее оглашены, и которые будут поддерживаться, друзья, потому что очень серьезное мероприятие. И тоже прошу отнестись к этому с очень серьезным, ну, как бы там, пониманием, вниманием, и что мы с вами все коллеги, партнеры, чтобы где-то, если даже это будут какие-то неудобства, то надо понимать, что это ради нашего с вами блага. Вот, поэтому об этом надо знать, и я думаю, что те, кто с пониманием, и те, кто, а там соберутся однозначно, ну, как бы там, и партнеры, и единомышленники тоже, я думаю, что если даже возникнут какие-то там не связанные там с организационными вещами, либо вот с излишними мерами безопасности неудобства, тоже, друзья, прошу с терпением, потому что все-таки очень такое серьезное и значимое событие. Вот. И еще из этого один, когда согласовывали программу проведения Экофест, никаких демонстраций в движении именно в этот день не будет. Тоже прошу, мы все-таки хотели, ну или была такая мысль сначала, что отвести всех за заграждение и показать, но это технически сложно, но все-таки нам рекомендовали и вынуждены были согласиться с тем, что в движении ни юнибайк, ни юнибус показываться не будут. Они будут в стационарном положении, к ним можно будет подойти, сфотографироваться, посидеть в юнибайке внутри, это все можно будет, но в движении никаких вещей показываться не будет. Это тоже, друзья, только из соображения безопасности и избежания всяких инцидентов, потому что кто с какими целями приезжает на Экофест, что вплоть до провокации может произойти, когда юнибайк или юнибус будут в движении, сейчас предположить трудно. Поэтому, друзья, все на роликах вы увидите, все испытания, которые сегодня проходят, вы их увидите, все будет показано, но именно в сам пребывание 5000 человек в Марьиной горке, это, друзья, все-таки строительная испытательная площадка, это научный полигон, где идут испытания, поэтому при стечении 5000 народа, людей, никаких именно движущихся агрегатов показано не будет. Тоже, друзья, к этому надо относиться и с пониманием, и с точки зрения проекта и программы тоже
очень, очень значимо. Вот. Это вот то, что сейчас касается, вот, друзья, того, что нас ожидает. Ну а с точки зрения, что мы с вами увидим, как мы говорили, это и U21, и Unibike, и два варианта Юнибуса, 14-местный и 24-местный. Причем 24-местный это уже будет бирельсовый, то есть он будет висеть на двух рельсах, соответственно, это уже еще более скоростная машина, чем Юнибус, который идет на одном рельсе. Вот, соответственно, готовится сегодня к демонстрации Юнитрак, вот, который будет перевозить до 50 миллионов тонн с помощью этой системы. Вот, и, соответственно, действующая модель скоростного Юнибуса, который на следующий год станет на испытание на скорость 300, 400 и 500 км в час. Эту модель, действующую модель, вы увидите, и ее впервые показали в Индонезии. То есть это абсолютно такие новые данные, а сейчас уже готовится к продувке модель, которая будет в изготовлении на следующий год. Это, скажем так, основная сейчас и ноу-хау, и основное то, что сейчас происходит. Поэтому эта работа активным образом идет, и продувка будет еще до Экофеста. И я думаю, что мы с вами еще увидим данные, которые будут уточнены по скоростному юнилету, который будет именно рассчитан на скорость уже до 500 км в час. И таким образом весь спектр возможностей технологии будет показан. Сегодня, на 1 июля, эта трасса эстакада, которая является разгонным участком для скоростного и подвесного городского юнибуса 14-местного, либо 5-тонного контейнера, либо емкости для перевозки жидких грузов, и, соответственно, эта же трасса является основой для юнибайка. Вот, то есть это вот то, что вы сейчас видите на своем слайде. Также будет, вы увидите трассу легкую юнибайка, на которой может перемещаться также и 14-местный юнибус или 3-5-тонный, соответственно, контейнер для перевозки груза, то есть это пассажирская грузовая. И тут, друзья, я не могу точно утверждать, потому что время идет на часы, но скорее всего, и Юницкий уверен, что он успеет это сделать, будет как раз продемонстрирована вот эта уже законченная трасса, которую мы ждем, 200-400-200 с пролетами. Соответственно, сейчас ее монтаж идет, канаты уже натянуты, сейчас идет монтаж путевой структуры, и весь вопрос, будет ли она закончена для ходовых испытаний, или она будет еще только... Ну, то, что мы ее увидим уже смонтированную, готовую на Экофесте, это, друзья, абсолютно точно. И также смонтирован участок трассы для грузовой на 200 миллионов тонн, соответственно, это тоже мы с вами все увидим. Сейчас идет уже подготовка мест, где можно будет сфотографироваться с дедушкой нашего Skyway, соответственно, с Юнибусом в двух разновидностях, с Юнибайком. Вот. Это тоже будет очень такое значимое событие. Я думаю, что каждый захочет поучаствовать, оставить фотографию, и это как раз будет основными такими точками, то есть в которых можно будет подойти и на память сфотографироваться. Ну, не говоря уже о том, что сам Анатолий Эдуардович будет всегда доступен, то есть можно будет, ну и соответственно все, кого вы там хотите увидеть, задать вопросы, пообщаться. Таким образом будет построено для того, чтобы это действительно атмосфера праздника, несмотря на с того, с чего я начал, это накладывает определенные, скажем там, ответственность, определенные вещи на праздник праздником, но бдительность терять ни в коем случае нельзя. Вот. А также будет очень интересная программа, которую вы увидите. Вы увидите всю историю Skyway, которая есть. Юницкий вам сделает доклад в виде отчета и планов на будущее. Соответственно, все ключевые сотрудники компании расскажут о том, что сделано и какие планы нас ожидают. Поэтому, ну и, соответственно, друзья, общение просто будет, конечно, крайне-крайне интересное. Значит, что хотелось бы сегодня, ряд, остановиться на таком вопросе, который для меня несколько необычный, друзья. Вот, я не люблю на эти темы говорить, но просто вот, когда мы обсуждали в последний раз, я был на выходных там с очередной там
делегацией на экотехнопарке. И просто зашел разговор такой, и причем получилось так, что я поневоле стал зачинщиком этого разговора, а дальше он перешел в такую не совсем ожиданную для меня плоскость. Но я просто пообещал Антону Эдуардовичу, что я на вебинаре поделюсь с вами и расскажу об этой теме. То есть я начал с того, что я говорю, вот я везде, где мы проводим конференции, я вот сейчас езжу очень много, практически каждую неделю, и смотрю по статистике, вот, погода, допустим, не очень там хорошая, я приезжаю в этот день, именно конференция Skyway, хорошая погода, везде потепление, там все. Я говорю, слушай, вот уже привык к тому, что уже 3 месяца езжу, и везде вот, последнее время как бы хорошая погода улучшается. Ну, Виктор засмеялся, говорит, мы вообще к этому стали привыкать, потому что на прошлом экофесте, потом перед этим конференцией, которую в Татрах мы проводили с всеми директорами Skyway Capital, то есть когда с вечера идет дождь со снегом, в день конференции, солнце, то есть как бы такое благоволение. И мы всегда смеемся, говорим, ну так, улыбаясь про себя, конечно, погода от нас не зависит, друзья, и мы на нее повлиять не можем, но вот такое совпадение о том, что когда Skyway проводит мероприятие, всегда хорошая погода. Ну и я тут так полушутку, полу это самое, я говорю, ну да, я когда в Эстонии был на конференции, ко мне подходят там две женщины и говорят, вы там пропустили 2 вебинара, вы смотрите, это очень нехорошо, потому что помимо того, что вся информация, вот одна женщина говорит, у меня после вебинаров еще и сахар крови нормализуется, вторая говорит, давление. Но я засмеялся, я говорю, вы, конечно, мне не приписываете, я говорю, просто вы собираетесь в хорошее общество, вы с самого начала в проекте, вы видите хорошие новости, как происходит, собираетесь в кругу единомышленников, и просто вот эта общая атмосфера, она дает положительные эмоции, а в Эстонии все-таки пенсионеры, еще русскоязычные, очень сложная такая жизнь сегодня, вот у них это надо признать, очень низкие пенсии, очень тяжелая такая атмосфера вокруг, которая сейчас идет. Ну, не то, что сказать, очень тяжелая, друзья, не будем сгущать краски, а просто пенсионерам еще в таком возрасте, да еще со здоровьем, им, соответственно, непросто. А когда они видят перспективу, когда они понимают, что они создают будущее, они, им есть что передать своим внукам о том, что действительно создается новая мировая цивилизационная сегодня система, и в этом можно поучаствовать, и эта модель еще юридически и финансово сегодня очень красиво оформлена, чтобы в этом можно было участвовать. У людей это подъем, и, соответственно, такие вызывают эмоции. Вот. А Юницкий мне очень серьезно говорит, он говорит, слушай, а у нас, говорит, мы уже стали замечать, более того, мы стали вести книгу, потому что Юницкий же инженер, он все фиксирует, и для него главное изучение. Он говорит, происходят интересные факты, что люди приезжают на экотехнопарк, там есть контур, соответственно, Белоруссии, и Марьина Горка показана, где полигон. И сначала полушутку, получу, ввели традицию, чтобы потереть пальцем, загадать желание, и через некоторое время это желание там должно исполниться. И он говорит, и мы стали буквально вести журналы, что когда кто-то приезжает, потом через некоторое время звонит и говорит, слушайте, говорит, вы не поверите, но то, что я там осуществил, сделал, загадал, это сбылось. Вот. Ну, мы так посмеялись в это самое, но потом заговорили, там Франтишек, это вот из Словакии, один из крупнейших и наших лидеров, и инвесторов, он говорит, что а вот мы когда приезжали с делегацией, она говорит, было действительно так, у нас один финансовый вопрос очень долго не решался, и мы не могли его сдвинуть. И он говорит, я приехал, потер и для себя, про себя подумал, что надо, чтобы этот вопрос решился, и тогда экотехнопарк начнет развиваться быстрее. И он говорит, мы только вышли с территории, ну, точнее, сели, это есть звонок, и он говорит, этот вопрос решился. Поэтому, говорит, вы можете относиться к этому как угодно, но это очень серьезное совпадение. Ну, мы так, я говорю, полушутя, полу так серьезно об этом поговорили. Вот. Алексей, как всегда, начал говорить, что синергия, большое количество людей, что, которые направляют, у нас все-таки уже более 300 тысяч акционеров, более 1 миллиона участников проекта, поэтому, когда люди в одном направлении думают, направляют свою энергию, силы, то это, естественно, не может никак не действовать, то есть это реально возникает очень серьезное сообщество с очень хорошим, мощным потенциалом. А дальше Антон Эдуардович сказал, вообще для меня очень такие поразительные вещи. То есть я слышал об этом, но как-то по-другому совсем на это реагировал, то есть вот в плане такого отношения к проекту.
Он мне говорит, помнишь, я говорил, что когда поддержал президент Лукашенко еще в конце 90-х годов, там 97-й, 98-й год, а Министерство транспорта было против того, чтобы проект развивался, и там уже еще были определенные неприятности, и Юницкому пришлось уехать. Вот как раз он в 2000 году уехал в Россию, когда я с ним и познакомился, там, будучи чиновником. Так он мне задает вопрос, а знаешь, что произошло с министром транспорта, который, ну, тогда мешал и который делал, так сказать, это? Я говорю, что? Он говорит, он неожиданно выбросился из окна. То есть у него настолько произошло помутнение с психикой, что он покончил жизнь самоубийством. По каким причинам, мы не знаем. Но это человек, который активно мешал Skyway. Вот, я говорю, слушай, ну, как бы такую мистику я бы сейчас не проводил. Потом мне еще задают вопрос, а помнишь, был у меня партнер, я действительно его очень хорошо знал, мы с ним знакомы, общались, он был из Беларуси, потом с Украины, он такой такой бизнесмен с начала 90-х. Вот. Ну и когда они с Юницким расходились, он свойственной тогда ему традиции, обещал его закатать в асфальт, обещал, ну, отнял компанию, вот, ну, в общем, много что как бы делать. Ну и потом еще уже я присутствовал в разговоре, что придет время, когда приползешь ко мне, я так и быть там тебе дам сотню долларов там на жизнь. Так вот, буквально некоторое время назад, он здоровый спортсмен, как бы это, ну, трое детей, молодая жена, так сказать, у него инсульт молодого, полный паралич, так сказать, а какое-то время назад он еще и покинул наш мир, так сказать. Вот этот человек, который пытался отнять и пытался выступать против проекта. И к этому можно относиться как угодно, друзья, но это еще есть ряд примеров людей, которые начинают работать, вот поэтому я почему пообещал как бы это сказать, что всем троллям и все, кто сегодня выступает против проекта, друзья, я все-таки рекомендую вам несколько еще задуматься на такие вопросы и все-таки более глубоко поизучать, что если Далай-Лама, один из светлейших людей сегодня в цивилизации на Земле, там, которому признают одним из высочайших пацифистов, поддерживает проект и говорит, что вы делаете большое и светлое дело, то к этому надо относиться как бы там серьезно. Вот. А если вы говорите, что Юницкий до сих пор, смотря на эти фотографии, на те испытания, которые проходят, вы делаете, то вы как минимум выступаете против огромного сообщества людей, которые верят в проект, которые своей энергией поддерживают этот проект, которые могут серьезно повлиять. Поэтому здесь такой вопрос, что давайте все-таки жить дружно и относиться все к друг другу с уважением. Вот, поэтому это такие, ну, скажем так, несколько мыслей вслух. Вот, я не люблю такие вещи как бы там ставить во главу угла, когда мне там говорят, особенно когда начинают произносить там непонятные мне слова. Вот, я все-таки техник, технарь, экономист, и поэтому я люблю рассуждать именно такой следственной связью, то есть когда есть факты. Но очень много фактов сегодня наталкивают на то, друзья, что я могу сделать из этого вывод, что мы делаем действительно очень хорошее, нужное дело, оно нужное всем, нужно всему человечеству, мы спасаем миллионы жизней, мы стараемся сделать десятки миллионов людей в год, которые не станут инвалидами, мы спасаем экологию, то есть которая не будет выброшена миллиарды, десятки миллиардов тонн отравляющих веществ из двигателей внутреннего сгорания. Мы делаем новую систему расселения, когда каждый человек может иметь, соответственно, себе участок земли, где жить с семьей, в экологически чистом вещи. Дети не боятся своих детей выпускать на улицу, что он попадет под машину, что какой-нибудь сумасшедший на него наедет на мотоцикле, или там еще может произойти все что угодно. То есть все-таки весь транспорт, он вынесен на второй уровень, и он безопасен. Мы среду обитания нашу и среду обитания техники разносим, и эта машина не убивает. И те роботы, которые будут перевозить людей, потому что наши юнибайки, юнибусы, юнилеты – это транспортные андроиды. Это абсолютно автоматизированные роботы, которые работают по своим программам и выполняют нужную нам, соответственно, задачу. Они для нас на сегодняшний момент безопасны. Вот. И то, что мы делаем, друзья, мы решаем очень многие проблемы, которые принесла сегодняшняя цивилизация, а мы убираем, и мы знаем, как техногенную цивилизацию, техногенную экономику перевести в экогенную, которая будет не просто производить, не просто оказывать услуги, которые нам нужны, а которая будет улучшать
среду обитания, которая будет ее делать более лучше, а нашу с вами жизнь более, ну скажем так, и счастливой, и более справедливой. Поэтому в этом плане все, кто сегодня нас в чем-то обвиняют, мы, ну, особенно эти обвинения идут с точки зрения мошенничества. Я думаю, что 1 июля Экофест, он покажет всем, что сделано, какой объем проведен работы, что где-то к концу года будет закончен аудит, который абсолютно точно поставит все точки на финансовых именно вопросах, то есть когда будет оценена уже та собственность и та интеллектуальная собственность, которая сегодня уже демонстрируется. Вот. Мы можем сейчас экспертно говорить о том, что объемы работ сегодня, которые проведены, они просто колоссальные. Но сейчас мы еще ждем именно экспертных оценок ведущих мировых консалтинговых компаний, которые действительно оценят то, что мы с вами сделали. Все это идет в увязке с производственной базой, все это идет с конструкторским бюро, все это идет с демонстрационными стендами, которые сейчас строятся в экотехнопарке. А вы знаете уже, что выделена еще земля на 22 километра, который будет уже строить скоростной участок, где как раз и будут уже освоены и показаны все скоростные режимы более 100 километров в час. Потому что на тех участках, которые сегодня есть, на них скорость более 100 километров в час давать просто опасно. Вот, потому что участки недостаточны для того, чтобы иметь хотя бы запас по... на случай любой любого технологического сбоя. Вот. Поэтому это можно делать все на участках уже в несколько километров. И это начнется, вот эти вот скоростные испытания для Юнибуса и Юнибайка начнутся, когда будут построены вот первые 2-3 километра уже именно скоростной трассы. Вот. И это тоже часть и работы, и той науки, которая делается. Потому что, друзья, мы все с вами участвуем именно в научный, это венчурный проект, где сегодня концепт переходит в рабочие чертежи переходят уже в опытные образцы уже модернизируются в опытно-промышленные образцы, и начинается испытание. И дальше уже, друзья, очень важный момент, то есть вот тот завод в Шабанах, который сегодня раньше принадлежал компании «Йомобиль», а сегодня и почти вся команда, и сам завод перешел в проект Skyway, вот, где сегодня делаются все юнибайки, юнибусы, юникары. Вот. Сегодня, исходя уже из тех заказов, надо резко расширять производство. И я как раз был свидетелем того, как Анатолий Эдуардович уже с группой инженеров, они уже рассматривают и строительство еще дополнительных цехов и площадей на тех территориях, что есть, там позволяет сегодня строить. И мы ездили уже, смотрели опять. Юницкий засмеялся, говорит, ну вот ты опять в исторический момент попал. То есть мы уже смотрели буквально в 5 минутах езды от завода Шабана, там свободная экономическая зона, где сейчас предлагают Skyway именно взять еще завод где-то раза, наверное, в 4 больше, чем в Шабанах. Вот, и там еще с огромной территорией в перспективе, где можно и развивать, и строить, именно уже в расчете на производственные заказы. И Юницкий как раз говорит, что те заказы, которые сегодня пошли, и к концу года их будут десятки, если мы сейчас не будем готовить производство, то потом мы просто будем заперты тем, что надо будет срочно это готовить, делать, где размещать заказы. Вот. И это тоже работа сегодня активно ведется, и это, друзья, уже совсем другого плана работа. Это не наука, это не сегодня уже опытное производство, это уже масштабирование промышленного производства. И здесь я, друзья, могу сказать, еще до Экофеста, сегодня, что мы к этому подошли, и эта работа тоже ведется. И я, когда мы там уже приехали на технопарк, я говорю, Анатолий Иванович, насколько приятно в этом участвовать, я говорю, я тем, кто сегодня с нами в проекте, я говорю, я это обязательно расскажу, я передам свои ощущения, потому что сейчас уже идет не просто доказательство кому-то о том, что существует Юнибайк, или есть Skyway, или может быть построен Транснет. Это, друзья, вопрос сегодня для тех, кто не хочет в это поверить, или для конкурентов, которые надеются это остановить. А сегодня уже идут задачи, то есть как горизонт цели. Мы подошли, и 1 июля мы покажем и продемонстрируем то, что сделано за, вот, скажем там, за 3 года спроектировано, а за 1,5 года изготовлено и построено. А сейчас уже стоят следующие задачи, друзья. Это масштабирование производства, это уже обслуживание адресных проектов, это изготовление металлоконструкций,
и подвижного состава, и мотор колес, и автоматики. И это все, друзья, уже надо выпускать, делать для того, чтобы промышленно сегодня эксплуатировать те трассы на Приветствую вас, дорогие друзья, коллеги. Давно не виделись, то есть это один вебинар я пропустил по уважительной причине, естественно. Сергея Анатольевича выбило, и поэтому я продолжу без передачи слова. То есть если Сергей Анатольевич включится, уже потом в конце обязательно закончит вебинар. И я тоже хотел бы поведать и рассказать вам некоторые вещи и аспекты, которые тоже я немножко позабыл. На самом деле, но это тоже касается такой, может, мистики, фантастики, закономерности и так далее. Произошел случай в Индии, и мы поселились в определенном отеле, и там познакомился я с человеком, интересный человек, то есть русский, проживает в Москве, и познакомились мы с ним вообще, когда я был на ресепшене, выходил, то есть выезжал в город. И он тоже куда-то выезжал, так разговорились про выставку там и так далее. Он говорит, что он здесь по другим делам совершенно. Ну, а что вы делаете на выставке? Я говорю, ну, проект, инновационная технология. Соответственно, сейчас, так, кто-то у нас весьма шалит. Так, ресурсы у нас скрылись все. Хорошо. Хорошо, ресурсы скрылись, будем работать в таких условиях, нам не привыкать абсолютно. И, соответственно, я начал рассказывать, он говорит, да вот как бы я о вас слышал, вы же уже 20 лет ничего не строите. Я говорю, ну как не строим? Приходи обязательно, посмотри на выставку, такой-то стенд и Smart Cities, такая престижная достаточно выставка. Обязательно посмотри и все, уже там пообщаемся. Ну что вы думаете, он естественно пришел и соответственно, когда увидел все, сейчас мы с ним продолжаем работу, так скажем, по мессенджерам. Сейчас у меня времени намного меньше, чем на выставке было, когда я в физической доступности был. И он организовывает очень серьезную встречу, тоже по направлению Индии, Азии. То есть это индийские представители, партнеры, которые вообще организуют визиты и контакты, встречи на Питерском международном экономическом форуме. То есть вплоть до Моди есть короткие выходы. Но мы слышали это не раз, дорогие друзья, и, соответственно, с новым знакомым, активным на сегодняшний день очень коллегам, мы продолжаем общение до получения результатов, потому что, естественно, только при получении результатов можем сказать, а насколько была проделана им работа как посредника, а в будущем, может быть, как партнера. И, дорогие друзья, я хотел бы рассказать тоже немножко различия между посредником и партнером. То есть, вот пример посредника вы видели достаточно много, то есть это то же самое, вот, что у нас по некоторым проектам развивается, и вот в самом начале и по Австралии тоже начало развиваться. То есть это посредник, который участвует на определенном этапе, и у него есть четкое понимание, что до крайних этапов он не будет участвовать, потому что уже таких компетенций нет в проекте. И, соответственно, он не занимался ни созданием каких-либо инфраструктурных проектов, ни созданием даже минимально какого-либо бизнеса. Соответственно, эта грань очень четкая, и нужно ее понимать, дорогие друзья. Тот,
кто является посредником и привлек инвестиции, я рекомендую поработать на инвестиционном поле. И я могу сказать, что сейчас привлекать инвестиции в наш проект, именно венчурные, именно крупные инвестиции, начинает становиться все проще и проще, и все более крупные суммы мы можем привлекать. И та история, которую мы рассказывали про европейцев, которая сейчас уже кому-то кажется такой вот полусмешной, но, дорогие друзья, смеется тот, кто смеется крайним, последним. То есть мы смеяться не будем, мы просто покажем результат. А дело в том, что, дорогие друзья, есть определенные рычаги, на которые, с помощью которых на нас можно воздействовать. То есть это транзакции, это требования многочисленных отчетов при переводе с иностранных банков, соответственно, в ресурс головной компании. Именно вот я говорю про крупные инвестиции, очень много требует отчетов, и František Solar, я думаю, по истечении уже, при достижении результата, получения инвестиций в миллионы долларов в течение нескольких месяцев, как минимум, уже нам расскажет, с чем же ему пришлось столкнуться и что же, какой опыт он обрел при взаимодействии непосредственно с банками. Да, есть, дорогие друзья, такой момент, но мы, как члены правления Skyway Capital, над ним задумываемся, чтобы обеспечивать и комфортное финансовое взаимодействие внутри нашего поля, и определенные платежные системы готовятся внутри Skyway Capital. Дорогие друзья, это все будет. Так же будет, как и новый сайт. Я непосредственно также чуть-чуть, опять же, в силу физической недостаточности уже реального времени, принимая в этом участие, с советами, консалтингом там и так далее, что получше сделать. Если у кого-то есть идеи, также обращайтесь и пишите. Будем обязательно прислушиваться, потому что многие сбрасывают информацию действительно интересную, и по новостям тоже сбрасывайте, потому что сейчас я могу сказать, в таком цейтноте, в котором находятся все лидеры, все активисты, кто развивает проект Skyway, но, дорогие друзья, можно просто не успеть за некоторыми новостями, которые у нас на территории именно инновационных технологий, другие направления сейчас, вот я непосредственно даже по инновационным технологиям намного меньше я слежу, потому что по немножко другому направлению сейчас развиваясь и полностью погружаясь, по какому, узнаете попозже, но это очень сильно всех обрадует, дорогие друзья. И не представляете, какую работу проделывает и юридический департамент. Вот у нас с Вьетнамом готовится подписание очень серьезное именно соглашение, как Skyway Capital. То есть официальное соглашение, чтобы у нас не было таких вопросов, как вот, допустим, по Индии. И я хотел бы напомнить, дорогие друзья, об нашей новой информационной политике, что давайте хотя бы на территории Азии не будем говорить о том, что обязательно будет, и мы это увидим, и мы это просчитаем, что теоретически да, может получиться за несколько лет 1000%, но не нужно говорить о том, что заработает 1000%, завтра, послезавтра дивиденды польются рекой, как в том фильме, когда копытцам, соответственно, парнокопытное животное топало, и лились денежки, и к чему привели эти денежки, они настолько завалили героя того фильма, что он просто в них погряз. Дорогие друзья, это все будет, но давайте объективно доносить информацию, потому что вот по Индии буквально точечно, и я, и Виктор Бабурин, несмотря на то, что это не его компетенция, но подслеживаем все, и все члены правления, чтобы, не дай бог, не появилось какой-то информации, что, к примеру, премьер-министр такого-то штата, люди даже не разбираются в некоторой информации, поддержал проект. Да, есть у нас те, кто поддержали проект, да, развиваются, дорогие друзья, у нас проекты, и непосредственно в Индии, то есть это штат Джарханд на 926 миллионов долларов, и эта цифра, она появилась в свет, так скажем, только по той причине, потому что данные утекли, она бы так не появилась, и я бы ее даже не знал. И, соответственно, Химачал Прадеш, это уже Дхармсала, это резиденция и родина Далай-ламы,
И также этот проект освещается, потому что, дорогие друзья, сейчас очень просто найти информацию об этих проектах в средствах массовой информации Индии. И я могу сказать, что очень интересный репортаж появился тоже вот буквально. Посмотрите, я пока что не видел на информационном пространстве, но наш коллега по Индии Виньяк, который также работал на выставке, сбросил. И посмотрите, это уже информационное иностранное пространство. И абсолютно логично, что появляются такие передачи, где мы занимаем какие-то места, пускай даже второе, пускай даже серебро. Но, дорогие друзья, это абсолютно логично и абсолютно правильно, потому что не показывает дураку то, что еще не доделано. Соответственно, многое то, что сейчас делается, оно сейчас не демонстрируется на широкую публику. Но я предвосхищен настолько сильно тем, что я увижу на экофестивале, чисто для себя, чисто лично. И я хотел бы, чтобы в первую очередь каждый для себя лично осознал, что ждет его на экофестивале. То есть этого не видел никто в мире. И это глубочайший инсайт, дорогие друзья, который благодаря очень серьезной системе информационной безопасности, карательным каким-то мерам, чтобы, не дай бог, информация, которую не нужно сейчас знать всем, не вылезла, как вот у нас произошло с 926 миллионов долларов штат Джарханд. И, соответственно, сейчас вы не представляете, насколько много фильтров проходит информации. Но то, что мы увидим на экофестивале, это поразительно, дамы и господа. И я с нетерпением жду, когда мы увидим часть действующего направления, грузового направления. Я могу сказать, что это потенциал и рынок огромнейший. И многие адресные проекты просто как грибы после дождя начнут расти после того, как будет продемонстрировано уже в действии, в начале ходовых испытаний грузовое направление. То есть это наши юникары, это наши юнитраки. И я всегда буду вспоминать ту историю, когда ко мне подошел человек в Индии, и я работал на тот момент на одной из сторон стенда, и так вот, так скажем, высокомерно, приподняв голову, сказал, что вот мне нужно 50-60 тонн в час, сможете ли обеспечить? Вот таким вот прямо интонацией, я говорю, ну как бы до 200 миллионов тонн в год мы можем обеспечить, давайте посчитаем. И вышло у нас больше 1000 тонн, соответственно, он просто открыл рот, он посмотрел, и расчеты действительно как бы показались верными. Он просто задал один вопрос: а это действительно правда? Когда будет продемонстрировано? Я говорю, 1 июля на экофестивале под Минском на Мариной Горке все это смогут увидеть любые люди, кто приедет, и далее, соответственно, это будет уже в таких вот постоянных ходовых испытаний испытываться, и, соответственно, нужно записываться в график тех делегаций, которые по грузовому направлению. Я думаю, что будет даже демонстрация и чисто по грузовому направлению, потому что по Индонезии я не имею права называть ни проект, ничего, но очень серьезные грузовые направления были согласованы и сейчас обсуждаются с партнерами. И то, что мы ранее обсуждали в Индонезии, это были такие партнеры, как и есть такие партнеры, как Руслан. Собственно, сейчас примерно более 5 команд различных работает, конкурируют между собой. И, дорогие друзья, это нам всегда на руку. Я могу сказать, что очень плодотворно и очень мощно прошла поездка Виктора Бабурина и Анатолия Эдуардовича в Индонезию. Буквально каждый день был расписан очень много контактов на высшем уровне. Я могу сказать, строить Skyway мы в Индонезии в некотором плане начали. Не в физическом воплощении сейчас пока что, но уже мы приближаемся к тому, чтобы приобрести те подписанные соглашения, которые мы уже имеем на территории Индии. И, дорогие друзья, соответственно, мы обретаем тот опыт, тот плацдарм, тот фундамент сети адресных проектов,
которую на сегодняшний момент мы накладываем на сеть краудинвестинга, то есть сеть из людей. И из этого будет складываться сеть Transnet. А что такое сеть Transnet, дорогие друзья? Никто не задумывается на сегодняшний момент, возможно, но я как в некотором плане такой вот ученик футурологов там и так далее, наложу некоторые концепции, которые сейчас вот я погрузился 3-4 месяца назад очень активно и очень рад, что мы вовремя в это все погрузились. Сейчас создается экономика роботов, причем децентрализованная экономика роботов. Еще 1,5 года назад я видел такой ролик, когда масштаб тоже модель 1:10, к примеру, подъезжает, существует модель электростанции, то есть возьмем это, соответственно, наша путевая структура, подъезжает, существует заправочная станция, у нас этого не будет, у нас можно будет, я думаю, что подзаряжаться прямо от путевой структуры, наши юнибусы, юнибайки, как самый максимум, как самый неудобный вариант, это подзагружаться на подзаряжаться и подзагружаться на ближайшие станции, ближайшие анкерные опоры и, соответственно, моделька автомобиля. С помощью мобильного телефона, с помощью умных контрактов, так скажем, набирается, что хочу приобрести такое-то количество электроэнергии, вносится, соответственно, хэш-код, и этот автомобиль буквально через долю секунд поехал, потому что эта транзакция была совершена. И у нас, дорогие друзья, будут совершаться миллионы, миллиарды, и я даже не побоюсь этого слова, триллионы таких транзакций. Дальше мы не будем идти, потому что цифра триллион очень многих пугает. И если сейчас кто-то занимается экономикой роботов, то есть это то же самое, вот летающие дроны. Сегодня дроны это не только, к примеру, развлечения и съемки в высоком качестве, уже там до качества Super HD TV, 4К даже они снимают. Это и инспекция, и именно осмотр различных труднодоступных мест, то есть это промышленное применение. И мы даже себе не представляем, дорогие друзья, что наши транспортные андроиды, какой потенциал промышленный, чисто для пользователя, для человека, будет наш транспортный андроид иметь. Что-то мне подсказывает, что это будет в сотни и тысячи раз на первоначальном уровне больше, чем современные смартфоны. И сейчас, пообщаясь с прогрессивной гиковской, такой вот, не побоюсь этого слова, технологичной молодежью, то есть до 35, до 37 лет, они понимают, что сейчас эпоха смартфонов подходит к концу, и сейчас вот даже те же самые умные дома, они должны на чем-то строиться, и должна изначально закладываться полная экосистема. А полная экосистема, дорогие друзья, это как раз-таки наши линейные города. Это плацдарм, это фундамент для тех ребят, которые сейчас разрабатывают основы вот этой экономики роботов. Внутри экономики роботов мы посмотрим, понаблюдаем и будем принимать в этом активное участие, что будет. Но, дорогие друзья, я обязательно это буду рассказывать на презентациях в Европе, потому что это нас уже касается, и в Японии никого не удивишь тем, что уже, так скажем, официант есть робот и так далее, но это все не те автоматизированные машины, умные, обучаемые, которые будут наши юнибайки, юнибусы, юникары, юнитраки, юнилеты и потом уже гиперлеты, если будет такое название. Ну, то есть те подвижные составы, которые будут перемещаться на гиперскоростях. И я могу сказать, дорогие друзья, что наблюдая за реакцией того человека, который 1,5 года назад инвестировал, соответственно, примерно больше $1 миллиона, $1,5 миллиона, что на сегодняшний пересчет, я думаю, что больше всех $15 миллионов, я говорю про Дмитрия Владимировича Терехина, я понимаю, насколько активно снова этот профессионал, этот бизнесмен, этот действительно корифей и этот тот человек, который повлиял свое время на экономику Российской Федерации и, может быть, в каком-то плане на международную экономику, заметил и инвестировал в проект. Насколько сегодня он глубоко
погружается в проект Skyway. И я могу сказать, что когда такие люди, такие провидцы и визионеры присоединяются к нашему проекту, я нисколько не сомневаюсь, что те люди, которые поддерживали проект Жака Фреско, и, дорогие друзья, это мой вам намек. У меня чисто физически сейчас времени даже не хватает. Вот недавно был достигнут новый статус первого моего аккаунта, то есть с чего все это начиналось. Я уже меньше этим аккаунтом занимаюсь с марта, когда мы развиваем такое вот международное общее направление с Сергеем Анатольевичем с полного нуля. Но достигнут был, так скажем, верхний статус. И, дорогие друзья, каждый может сейчас охватить тот плацдарм, я говорю про сеть, я говорю про тех людей, которые сейчас информационно будут находиться в глубочайшем вакууме. Потому что несколько недель назад ушел из жизни, и никак это не было отмечено, Жак Фреско. Это действительно как бы человек, который очень сильно повлиял на мое мировоззрение еще 4 года назад. Это тот человек, который какое-то имеет даже отношение к новому запуску, новейшей истории Skyway, потому что когда-то Сергей Семенов побывал на конференции Жака Фреско, потом, соответственно, Сергей Семенов получил полный инструктаж и полную схему, как уже Project Manager на тот момент реализовал схему, которую придумал Анатолий Эдуардович. Время так совпало, что все было действительно вовремя, и Сергей Семенов был готов после впитывания информации от Жака Фреско. Но этот человек ушел из жизни. Давайте действительно, как бы, действительно это оценим, этот вклад в мировую историю и в мировую экономику будущую, потому что как раз таки инженерно то, что все описывал как визионер Жак Фреско и как визионер описывал Анатолий Эдуардович еще 40 лет назад, если мы Анатолия Эдуардовича ставим на один постамент пьедестал именно с Циолковским и с подобными изобретателями, действительно гениями своего времени, то с Жаком Фреско также можно провести сравнение, но сейчас все люди, которые находятся в проекте Венера, они окажутся в информационном вакууме, потому что ничего нового на таком уровне не будет происходить. И вам мой совет, используйте этот ресурс, действительно положительный ресурс, который, возможно, рос уже в будущем для Экомира. И Экомир – это то, к чему в том числе подготовил человечество Жак Фреско. Рассказывайте им о проекте, говорите о существующих стадиях, и те миллионы людей, они, им следует узнать о проекте, что их идея живет и воплощается в действительности на инженерном уровне, на уровне конкретных проектов, на уровне конкретных соглашений, на уровне закладывания в новую мировую экономику. И я не буду говорить таких слов, как триллионы долларов, если говорить про линейные города. Об этом будет рассказывать и расписывать вам все Сергей Анатольевич, но есть тому все доказательства, и меня нисколько не удивляет, когда люди встают и покидают аудиторию, увидя их шокирует слайд о Spaceway, но мы не можем это не показывать, потому что это наша стратегия, дорогие друзья, на 5, 10, 15, 20, 25, 50 лет вперед. Этого нет на сегодняшний день ни у одной компании. То есть об этом как-то задумывается, может быть, президент Google Джефф Безос, но он задумывается, и он имеет какой-то визионерский концепт, что это возможно через 100 лет. А мы знаем, дорогие друзья, как к этому прийти. В первую очередь, Анатолий Эдуардович знает и описал это еще в 88 году, в серьезном научном труде, как проект «Экомир». И сейчас мы степ-бай-степ, ступенька за ступенькой перемещаемся с этапа на этап и действительно развиваемся по этой стратегии, которая была выстроена. Если говорить о ступеньках,
Хотел бы, подытоживая свое выступление, многие сравнивают и спрашивают, а почему же городской транспортный лифт, почему же как бы в логике линейных городов не будет иметь смысла вообще вот сравнение стоимости 1 километр именно путевой структуры, почему нужно учитывать комплексно весь линейный город именно в логике линейного города. Приведем пример и аналогию, и самый главный мастер аналогии это у нас, естественно, Анатолий Эдуардович, и я являюсь в этом плане всего лишь трансмиттером, всего лишь передатчиком, но вдумайтесь в ту аналогию, что, к примеру, есть метро, которое может перевозить, соответственно, до 500 тысяч человек в сутки при желании. То есть, ну, вообще максимальная загруженность намного меньше московского метро, одного из самых загруженных в мире. Метро перевозит, ну, примерно 150-200 человек за один, так скажем, за одну поездку. И сравним эскалатор. Эскалатор – это, соответственно, у нас такой тоже, можно сказать, транспортный лифт в неком соотношении. На эскалаторе на одной ступеньке стоит всего один человек. В общем, на эскалаторе очень много людей перемещается, и это поток. И, дорогие друзья, подобный поток действительно у нас будет в Skyway. То есть с минимальной паузой примерно 3 секунды именно задержка перемещения друг за другом будет происходить движение, и производительность будет намного более мощная, чем у метро, потому что у нас как раз таки логика также транспортного эскалатора. И согласитесь, что обслуживать одну ступеньку достаточно легче, чем обслуживать целый вагон, да и стоимость дешевле, да и вес дешевле, дорогие друзья. То есть, если сравнивать, допустим, 50 тонн и 2 тонны, что дешевле в обслуживании, что дешевле в производстве, нет никаких действительно тут вопросов, и все максимально очевидно. То есть и конструкция будет дешевле, и производство будет дешевле, и обслуживать дешевле, и сама путевая структура у нас по аналогии с вантовыми мостами долговечная. И Анатолий Эдуардович сказал, что мы можем вообще вот создать цемент, бетон высокого качества, который будет использоваться не только как омоноличивание нашей путевой структуры, но который будет стоять вообще тысячи лет. Ну, то есть тысячи лет это может быть громко сказано, но как минимум сотни лет он простоит. Есть такие технологии, и об этом обсуждали, когда общались с партнерами. Они сразу, естественно, сказали, что вот у нас есть супер цемент, у нас есть супер бетон. Анатолий Эдуардович сказал, а у нас есть ответ на это решение и внутри нашего холдинга. И после этого уже были такие возгласы и желания, что дайте нам возможность реализовывать в сегодняшней индустрии этот суперцемент, супербетон, на что Анатолий Эдуардович сказал, что эта логика будет использоваться только при строительстве нашей технологии. И в этом плане я могу сказать, Анатолий Эдуардович действует именно как стратег, как не только инженер, но как действительно CEO-президент компании Skyway. То есть он закладывает стратегию. И, соответственно, поэтому после того, как мы на экофестивале продемонстрируем все те направления, которые я многие не видел, то есть Сергей Анатольевич по долгу службы и по стечению обстоятельств действительно часто пребывает в Минске, и ту эмоцию, которую он мне передает, то есть он глух и нем, потому что даже мне ему нельзя рассказывать, но когда он восхищается тем, что он видит на производственной площадке, дорогие друзья, это вселяет не то что надежду, надежда у нас уже просто как струна, прочная и гладкая, и, соответственно, сейчас это железобетонная уверенность, что наш проект реализуется сейчас в плане краудинвестинга, ну, если не на 100, то примерно на 75%, то есть мы выше планки 50%. Естественно, всегда
мы будем говорить, что хотелось бы финансирования побольше, но все сами над этим работаем, создаем новые инструменты, чтобы, соответственно, далее мы смогли финансировать адресные проекты и с помощью краудинвестинга, и с помощью сети. И это будет одно из тех направлений, чем будет заниматься вообще вот Skyway Capital уже после возможности закрытия финансирования в головную, в корневую компанию. И если кто-то пугается этого слова, закрытие финансирования в корневую компанию, дорогие друзья, не пугайтесь, а радуйтесь и ожидайте тот момент, потому что после этого начнется такой движ, что не побоюсь этого слова, именно простоте этих значений «мама, не горюй». Соответственно, мама у нас, корневая компания, не будет уже задумываться о каких-то инвестициях, то есть уже будет вплотную развиваться и масштабироваться производство, и, соответственно, мы будем уже на мобильном, я думаю, приложении считать и видеть ежедневные рост, ну, в каком-то случае это рынок акций в падении, потому что против нас будут направлены маркетинговые войны, но что-то мне подсказывает в общем тренде рост и только рост уже на тот момент акции Skyway. Соответственно, дорогие друзья, давайте действительно приближать тот момент, когда Анатолий Эдуардович, Виктор Бабурин и Надежда Геннадьевна Косарева объявят тот момент, что все, дорогие друзья, вход в корневую компанию, возможность инвестирования исчерпана. Не то, что всем спасибо и ожидайте дивидендов, ожидайте какой-то деятельности, но вот нам есть чем заниматься сейчас, у нас есть конкретные технологии, которые нужно развить, есть конкретный бизнес-план. Я думаю, что вы не сомневаетесь, что бизнес-план, который был создан по экотехнопарку, он влияет напрямую на принятие решений наших вот тех крупных инвесторов на сегодняшний момент, которые уже проинвестировали, и по другим технологиям также будут новые бизнес-планы. И этим, дорогие друзья, мы будем заниматься, я даже не знаю, сколько лет, а может быть, десятков лет. Но что-то мне подсказывает, Skyway действительно, как кто-то написал в чате, нас объединил. И это наша сейчас миссия, развивать это направление, строить Skyway, спасать планету, спасать экологию, спасать человеческие жизни. Потому что в Индии я ощутил напрямую, то есть я попал в аварию, когда выезжал из отеля и воспользовался сервисом Uber, а таких сервисов миллиардников с капитализацией, их сейчас рождается и плодится достаточно много. Небезопасно перемещаться по азиатскому трафику, несмотря на то, что говорят, что это максимально безопасный трафик, несмотря на хаотичность этого движения. Аварии случаются, и кому, как не азиатам, задумываться об скорейшем внедрении технологии Skyway и скорейшем регулировании, может быть, корректировании законодательства на высшем государственном уровне. А что будет сделано в этом плане, потому что на высшем уровне контакты как раз-таки установлены и продолжают устанавливаться, мы с вами, дорогие друзья, увидим уже в самое ближайшее время. Ну и я рекомендую всем посмотреть репортаж Виктора Бабурина, замдиректора, замгенерального директора по развитию ЗАО «Струнные технологии». Сейчас я скопирую ссылочку, потому что это важный, очень интересный материал, более 10 минут. Все зайдите, все посмотрите и зарядитесь тем, что у нас происходит, и не дайте погрязнуть в информационном вакууме тем людям, которые сейчас вовлечены в проект Венера, потому что мы к ним близки, и они наши братья и сестры. Строй Skyway, спасай планету и дай дорогу мир Транснету. Мы объединяем мир, объединять мир – наша работа. До скорых встреч, дорогие друзья, на вечернем вебинаре, на международном вебинаре. Мы стараемся держать вас в курсе событий,
помимо всех вебинаров, которые проходят, и помимо всех новостей, которые выходят в логике информационного поля, как Skyway Capital, так и головной компании. Строй Skyway, спасай планету!